Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И, как вы знаете, я пользуюсь платформой Велес, чтобы увеличивать свои депозиты на бирже. И прошлый месяц получилось 56% увеличить свой депозит, тело депозита. И многие из вас спрашивают, какие настройки или какие пары я запускал, чтобы получить такой прибыль. Ну, давайте в сегодняшнем видео мы это и посмотрим. Ни для кого не секрет, что я пользуюсь Велесом, да, и еще я пользуюсь продуктом такой, как криптонавигатор внутри Велеса. Что я сделал, как его покупать, я показал вам уже в прошлом видео. Он покупается каждый месяц, раз в месяц, скажем так, но откупается он, в принципе, с одного сделки. Давайте тогда сразу же пойдем раздел Market, другое. И тут есть продукт криптонавигатор, он стоит $15, и нажимаю подробнее. Поскольку он у меня купленный, я могу уже спокойно перейти туда. И смотрите, сейчас уже начался, конечно, новый месяц, это не считается. А вот эти настройки дали мне прирост 56% депозиту. Какие это были боты? Давайте подряд посмотрим. Так, первую неделю нам дали два сигнала на тон, лонг, третье плечо, и people монета, третье плечо. И какие тут были рекомендации? Ну, вы можете это все прочитать самостоятельно, что рекомендации надо наблюдать, как говорится, и просто нажимали ссылку на бот и включаем. Так что первый бот был тон, что нам дали. Следующий бот был у нас тон, и тут тоже было четкие рекомендации, что надо наблюдать, соблюдать, чтобы запустить бота. Этот бот был уже вместе с стоп-лоссом, то есть уже был как страховка, и, естественно, первым тоже был стоп-лосс. Так, следующие боты, что нам дали? Это было уже с 11 июня до 17. Так, открываем. И это были уже спотовые. Что многие не хотят торговать, я в том числе иногда на фьючерсах, когда очень колбасит рынку. И были такие, как Ondo. Тут тоже четко написано рекомендации, с каким телом, депозитом заходить и так далее. Естественно, прямая ссылка на бот, что стоит только нажимать, и можно сразу же включить бота, что настройка была отличной, скажем так, сработал, отработал прямо на высшем уровне. Так, что у нас было следующее? Следующий был ПП. Это у нас мемкоин. Ну, скажем так, что я особенно не люблю мемкоинов, но, тем не менее, зарабатывать дает он на слово вообще отлично. Следующую подборку нам дали с 18 на 24. Какие были монеты? Было LDO. Монета тоже была лонг, вот настроено, и были вот такие рекомендации, что, естественно, ну тут сразу сколько можно выделить для этого бота и ссылка на саму бот. И было еще у нас настройки на Unfi. Ну, это на самом деле тоже классный бот получилось, и отработал он тоже на ура. И последние боты на июнь были с 25-го. Ну, там еще и коснулось 1-го числа. Но я думаю, это погрешность маленький на это 56%, что мне удалось заработать. Тоже раскрываю. Было 1000 РАЦ. Первый бот, что дали. Раскрываем. Тут были вот рекомендации, как зайти, что надо соблюдать и ссылка на самого бота.
И, естественно, еще последний был у нас, то есть я уже, по-моему, перепрыгнул, MTL был тоже бот дано, то есть настройки и рекомендации. Вот, друзья, вы теперь увидели все монеты, чем я лично торговал прошлый месяц, чтобы получить 56% прибыли. Вот так скажем, что получилось не всегда так хорошо получается, но прошлый месяц получилось просто классно. И, друзья, кто еще не знает, что такое Велес, вот все, что вам сейчас показал, это просто можно купить дополнительно в маркетплейсе. Но это абсолютно не является обязательным функциям что-то покупать, поскольку Велес позволяет торговать вообще, ну, если вы умеете настраивать ботов, он позволяет это делать вам самостоятельно. Либо покупать какие-то подсказки, но это получается, как будто бы я купил сигналы и все даже было вместо меня настроено. Но ничего удобнее не может быть, чем вот этот. Просто нажимая на одну кнопку, видите, у меня настройки на этот месяц первые были на Ethereum, и просто нажимая одну кнопку, перекидывает, и мне просто остается нажать «Создавать бота». Все уже настроено вместо меня. Так что, друзья, вот такое получилось заработок за июнь, 56% к депозиту. Хотите ли вы так, это решать только вам. Я зарабатываю, доволен. И что я могу сказать, друзья? Ссылки в описании. Все ссылки. И если вы являетесь моим партнером на бирже Bybit, вот на Bybit, именно на Bybit и Велесе, вы можете спокойно мне написать в личку, и я могу вам дать некоторые настройки, чтобы вы могли бы начать уже зарабатывать на Велесе. И это не кнопка бабла, чтобы вы поняли бы. Велес просто инструмент, что помогает вам зарабатывать, но он не может это сделать вместо вас. Надеюсь, все, что хотел сказать, сказал, показал вам именно с какими ботами мне удалось вытащить 56%. И, друзья, все ссылки в описании под этим видео. Присоединяйтесь. Добро пожаловать в мою команду. И, друзья, зарабатываем честно. И, главное, быстро. Всем пока. Но знай, что есть один канал на Ютубе, где Роланд Морозов нас всех растил. Криптоволна, оу-е, в канале Роланда ты найдешь совет.